Добрый день. Меня зовут Иванова Татьяна Александровна. Я являюсь учредителем общественной организации «Приют для бездомных животных. Верный друг. Поселок Айхал». Моя деятельность направлена на решение проблемы бездомных животных, снятие социального напряжения в поселке путем гуманного изъятия животных с улиц, передачи их в приют с окончательной целью найти каждому животному достойную семью. Целью работы общественной организации «Приют для бездомных животных» является предотвращение жестокого обращения с бездомными животными. Предметом деятельности является защита жизни и здоровья животных, их стерилизация, оказание необходимой ветеринарной помощи, ведение информационно-воспитательной работы с населением по вопросу гуманного обращения с животными. Я, как учредитель приюта, несу ответственность за его функционирование. А именно, проектирование работ, гранты, конкурсы, субсидии, выиграно 14 конкурсов, написание отчетов, поддержка связи с администрацией поселка и района, работа с различными организациями для оказания спонсорской помощи приюту, бухгалтерский учет, ежеквартальная и годовая отчетность, заключение договоров на оказание ветеринарной помощи животным, на поставку продуктов питания для них, на перевозку оборудования, материалов. Кроме того, осуществляя наравне со всеми, осуществляя уход за животными, кормление, уборка территории, дежурство. Составляя документы по передаче животных в семьи. Этим видом деятельности я занимаюсь 10 апреля 2017 года, с момента открытия приюта. На протяжении 4 лет сложилась команда единомышленников. Блинова Марина Александровна, которая выполняет контроль над ремонтом приюта, здания, территории, доставка продуктов питания, работа с администрацией, стерилизация кошек и поиск дома для постоянного жительства животных. Поличенко Марина Александровна, она у нас оформляет здание приюта путем фотографий животных, развешивает картины на стенах, в общем, создает уют и почти что домашние условия для животных. Иногда даже у нас спрашивают, где они у вас живут, почему-то думают, что это или в детском саду, или в каком-нибудь большом доме. Романовская Галина Владимировна, она выхаживает у себя дома животных после сложных операций, после стерилизации, кастрации. Потом, если животное заболело, она забирает домой и выхаживает его вплоть до полного выздоровления. Это может занимать очень много времени. Радлугина Валентина Александровна, ответственная за инвентарь. Шьет поводки, содержит в порядке ошейники, шлейки, игрушки для собак и осуществляет выгул животных. Диденко Оксана Викторовна. Она ведет журнал учета прививок, оказание медицинской помощи питомцам приюта, ведет ежемесячный учет расхода денежных средств на нужды приюта. Помимо перечисленных работ, выполняют дежурство по уходу за животными и уборке территории приюта вместе с Воропиновой Натальей, Муратовой Ириной, Николишиной Светланой, Таушанковой Ольги, Васильченко Алены. Согласно составленного графика, мы еженедельно составляем график из понедельника до воскресенья и записываемся на дежурство. И, конечно, неоценимую помощь нам оказывают наши мужчины, которые и ремонт делают, и вольеры строили, и продолжают строить территорию, заборы, ограждения. Это только благодаря им. Это Иванов Вячеслав, Карпов Андрей, Смирнов Сергей, Поличенко Виталий. Наши дальнейшие планы – это строительство муниципального приюта совместно с администрацией поселка Айхал и нашей общественной организацией. Расширение территории действующего приюта. Ежегодное
включения в работу по программе ОСВВ, приобретение автомобиля для приюта и участие в программе по канистотерапии. Спасибо за внимание.